ты идеальный пресс-секретарь, и тебя выдвигают пресс-секретарем планеты Земля. Подошел и вижу, за каплище каплище по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска, плеща, вылилась из меня и растворилась в шелесте. Когда тебе приходится принимать какие-то решения и разговаривать с мужчинами на их уровне, то вот просто построить глазки или там улыбнуться, или включить какое-то обаяние, этого недостаточно. В этом мире тебя скорее сочтут слабой и попытаются съесть.